Pa da stotru satešim od Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj ki jai. Nityalila Prishta Mishna Pada satešim od Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj ki jai. Nityalila Prishta Mishna Pada stotru satešim od Bhakti Pradhyana Keshava Goswami Maharaj ki jai. Prishta Mishna Pada stotru satešim od Bhakti Jivanjanatna Goswami Maharaj ki jai. Prishta Mishna Pada stotru satešim od Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада ки джай. Кришна Мишна Пада Стотра Саташимат Бхакти Прамод Пури Госвами Марач ки джай. Кришна Мишна Пада Стотра Саташимат Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур Шрила Прабхупад ки джай. Кришна Мишна Пада Стотра Саташила Гор Кишор Дас Ваджи Марач ки джай. Сачидананда Шрила Бхактивинода Тхакур ки джай. Кришна Мишна Пада Вайшнава Сарвабхаума Шрила Джаганнатха Дас Ваджи Марач ки джай. Ширупануга Гаудия Гуру Варга ки джай. Руксанатан Бхатта Рагунатха Шри Джива Гопала Бхатта Даса Рагунатха Шри Госвами Прабху ки джай. Сарвабхаума Дарара Рамананда Ди Шри Гаура Паришада Вринда ки джай. Намачара Шрила Харидаса Тхакур ки джай. Лал Махан, у меня в комнате на столе записывающее устройство. Понимаешь, серебряное, быстро. Пожалуйста. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васти Шри Гаура Бхакта Вринда Ки Джай Навадвип Мандал Ки Джай Враджа Мандал Ки Джай Кшетра Мандал Ки Джай Трибун Мангла Шри Харинам Санкиртан Ки Джай Чара Сампрадая Чара 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 Дхама Ки Джай Ананта Кути Вайшнава Вринда Ки Джай Самагата Гаура Бхакта Вринда Ки Джай Нитай Гаур Приманандэ Хари Хари Бо. Гьянатимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшурун Милитам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха, Гураве Гура Чандрая, Радикая Тадалая, Кришная Кришна Бхактая, Тадбхактая Намо Намаха, Ванчакалпатарубьяшча, Крипа Синдубья Эвача, Патитанам Паванебью, Вайшнавебью Намо Намаха, Анандалиламая Виграхая, Навадивича Висундарая, Тасмай Махапремараса Прадая, Чайтанья Чандрая Намо Намасте, Самсара Дука Жаладо Патитасья Кама, Крода Динакрама Карайка Валикритасья, Дурвасинам Нигатитасья Нираштраясья, Чайтанья Чандра Мамадехи Падаваламбам, Нитьянанда Намастубьям Премананда Прадайне, Калохо Калмашанашая Джаннава Патайе Намаха. Аджаналамбита Буджо Канакавадата Санкиртанай Капитаро Камалая Такшу Вишвамбаро Дуджаваро Джагадарма Пала Ванде Джагат Прия Кару Карунаватаро Кало Канака Джаладагатро Нилашонабджанитро Мригамадавара Бало Малати Кундамало Таралатаруна Вешо Нилапитамбарешо Смарани Британи Кунджи Радика Кришна Чандро Смарани Британи Кунджехе Радика Кришна Чандра Тавай Васми На Дживами Твоя Вина Ити Вигяя Ради Твам Наймам Чаранантике Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама, Рама, Харе, Харе. Прежде всего, мои бесчисленные дандаваты пранамы лотосным стопам Шрила Гурудева. Нитилила Правишта, Ом Вишнупад, Астутра Сата Шишимад, Бхактивиданта Нараяна Госвами Мараджа. Парам Гурудевов, Нитилила Правишта, Ом Вишнупад, Астутра Сата Шишимад, Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Мараджа. Нитилила Правишта, Ом Вишнупад, Астутра Сата Шишимад, Бхактивиданта Свами Прабхупады. Все Рупануга Гуру Варги, в особенности Шри Джагадананди, Прабху Автору, Према Виварты. Дорогим преданным гостям в Анадзоре, из Еревана, из Тбилиси. Также 12 компьютеров у нас сейчас в сети. Бхактам с Польски, дандаваты пранамы. Бхактам с Ишлетувоз, дандаваты ир пранамос. Итак, мы читаем главу 13, всю 20 глав в этой книге «Према Виварта». Према значит чистая любовь, мы к ней стремимся. Это не просто нечто, что воспринимается в этом мире на физическом плане, вовсе нет. Для того, чтобы обрести прему, нужно получить духовное тело. Сейчас у нас материальное тело из двух частей, грубое и тонкое. Грубое – 5 материальных элементов, земля, вода, воздух, эфир, огонь. И тонкое – ум, интеллект, ложное эго, мысли, эмоции, желания, стремления.
Но духовное тело – это нечто, что живет в нас сейчас как потенциал при встрече с духовным учителем, подлинными вайшнавами, преданными Господа. Мы сможем развить это духовное тело. Вот что происходит. Поэтому в целях человеческой жизни развить этот потенциал. Поэтому и пришел Господь Чайтанья. Он пришел, и внешняя цель его прихода – даровать святое имя. Потому что святое имя, святые имена Кришны не отличны от него самого. Поэтому, когда мы их воспеваем, мы переполняемся его сущностью, то есть сад, чит, ананда, вечность, знание и блаженство. Сейчас наше существование асад, ачит, нирананда. Ни вечности нет, ни знания, ни блаженства. Можете поэкспериментировать и поймете, что нет тут вечности, нет тут знания, нет блаженства. А Господь Чайтанья дал нам науку чистой любви, према. Так вот, Господь всегда очень любит общение со своими вечными спутниками, подобно тому, как солнце черпает огромное наслаждение когда оно взаимодействует со своими лучами, оно видит, сколько оно испустило лучей. Вот, ну, это немножко грубый пример, но какую-то идею можно ощутить. То есть Господь, сад, чит, ананда, вечное знание, блаженство, Он океан расы, Он океан трансцендентных взаимоотношений, трансцендентных любовных взаимоотношений. Но Его преданные также ощущают несравненную любовь к Нему, и сам Господь, Он погружается глубочайший экстаз, когда ощущает любовь этого преданного. Вот мы сегодня вспомнили о Господе Чайтане, что это Рада и Кришна. Это Кришна, который желал испытать настроение любви Радыки. У Господа Чайтане, когда он был молодым, еще не было этой миссии Сангиртаны, то есть миссии воспевания святого имени. Он играл роль обычного логика, мирского знатока санскритской грамматики, глагольных корней, науки ньяи, да, это логическая наука. И в то же время уже проскальзывали какие-то признаки этой безумной любви к Богу. Иногда показывались на поверхности. Одним из его близких друзей был Джагадананда Пандит, который автор этой книги. Джагадананда Пандит пишет свою книгу, можете, да, их немножко, или дверь закрыть там. Ну-ну-ну. Джагадананда Пандит пишет свою книгу без каких-то правил, не ориентируясь на какие-то каноны, устоявшиеся каноны написания книг. Он пишет ее спонтанно. То, что ему дороже всего, он записывает. Часто кажется, что это в беспорядке, на самом деле это повинуется одному порядку. Повинуется течению божественной любви. Према непредсказуема, чистая любовь непредсказуема. Даже в этом мире, это любовь, которая существует между людьми, любовь, которая существует между людьми, порой непредсказуема, порой непредсказуема. Ты не знаешь, что любимая девочка завтра может тебя выкинуть. Вот совершенно непонятно, вот, порой. Это очень грубое сравнение, но смысл в том, что према не подчиняется законам мирской логики. Поэтому и написание книги здесь, оно не подчиняется законам писательского искусства. Иногда Джагадананда говорит очень с большой любовью о своих взаимоотношениях с Шри Чайтаньей. Иногда он вспоминает, как они были юными, как они играли, как он был в Джаганатхапуре. Самые-самые разные воспоминания его посещают. А вдруг он начинает излагать философские концепции о том, кто такой Господь Чайтанья, что это Рада и Кришна вместе. Затем он говорит наставления, начинает говорить наставления преданным, как жить в преданном служении, что делать, чего не делать. Вот. В этой главе 13 он говорит о том, как он очень-очень хотел всегда видеть Господа Чайтанью. О мой дорогой Господь Гауранга. Гаура означает золотистый, анга означает члены тела. Ведь все его тело золотистое. Почему? Потому что Радика золотистого цвета. Кришна цвета шьям, цвета свеженалитой грозовой тучи. Радика покрывает его тело полностью, поэтому он становится золотистым. Из-за желания отправиться во Вриндаван я лишился общения с твоими лотосными стопами. Джагадананда хотел отправиться во Вриндаван. А Шри Чайтанья Махапрабху был в Джаганатхапуре. Но в сердце Джагадананды пришло желание отправиться во Вриндаван.
Но чтобы отправиться во Вриндаван, ему пришлось расстаться с Господом Чайтаньей. Разлука очень острая вещь. Разлука на санскрите ви-раха. Ви означает особое, а раха означает встреча. Поэтому в разлуке живет особая встреча. Когда мы в разлуке с кем-то, мы желаем увидеться с ним острее, чем когда бы то ни было, когда мы вместе. Поэтому Джагадананда Пандит тут переживал эту разлуку. Из-за желания отправиться во Вриндаван я лишился общения с твоими лотосными стопами. Неожиданно я решил, что хочу увидеть твои игры именно там, во Вриндаване. Я сам не знаю, почему у меня возникло такое желание, но теперь я сожалею о нем. Видите, какая спонтанная према. Вдруг он срывается с места, устремляется туда, как вихрь. Я чувствую себя так, как будто моя жизнь подошла к концу. Я не могу продолжать жить, не видя тебя, и не знаю, что мне теперь делать. Эти прекрасные, красноватые, лотосные стопы Господа Гауранги, величайшие сокровища для меня. Увы, я так глуп, что оставил их в Пуре, сам устремившись во Вриндаван. Теперь я лишил возможности видеть, как они оставляют свои нежные отпечатки на песках Пурушоттама-кшетры, то есть Пури. Он ушел во Вриндаван, но он не видит больше Господа, он не видит его отпечатков его стоп на песке в Пури. Пури на берегу океана, поэтому много песка. Господь Чайтанья ходил там по пляжу. Теперь я лишен возможности видеть, да. А я не знаю, почему я пришел сюда. Это мой беспокойный ум перелетает с места на место, как дикая птица. Я теряю голову в смятении. Мои ноги увели меня прочь от него, хотя внутренне я не хотел следовать за ними. Мое упрямство тому виной. О, капризные волны любви превратили меня в танцующую куклу. Я совершенно запутался. Я чувствую себя так, словно жизнь покинула меня. Мне непонятны хитрые поступки Господа Гауранги. И это погружает меня в океан страданий. Я лишился того, чего желал больше всего. Я больше ничего не понимаю, даже самого себя. Я хочу расстаться с жизнью ради Господа Гауранги, но смерть избегает меня. Вот до чего доводит любовь, чистая любовь. Однажды я бросился в океан, чтобы утопиться. Я уже начал захлебываться и бить руками по воде, подняв сильный шум. Но страстное желание увидеть луноподобный лик моего возлюбленного Господа заставило меня быстро выплыть на песчаный берег. И когда я ищу его, оказывается, что он уже исчез. Мой ум обрел крылья. Быстро и легко я стремлюсь к храму Тота Гопинатха. Во дворе храма Шри Гопинатха я вижу божественное лицо моего Господа и в экстазе падаю на землю без сознания. Как прекрасно! Я хочу еще раз немного рассказать вам о храме Тота Гопинат, потому что Господь Чайтанья каждый день приходил туда. Почему? Почему возвышенный преданный, что говорить о Господе Чайтанье, который играл роль, хотя он сам Господь, почему возвышенный преданный куда-то ходит постоянно? Потому что он там находит общение с возвышенными преданными, другими возвышенными преданными. Мы говорим, подобное притягивает подобное. Как магнит притягивает железо, так же преданный, если он возвышенный, притягивает других возвышенных преданных. Как встречались братья Рупа и Санатана. Они встречались, и они днями, ночами напролет обсуждали Харикатху, повествование Кришны. Один только первый стих, первые песни Шримад Бхагаватам они обсуждали днями и ночами в Теракадамбе. А Шримати Радика пришла сама к ним под видом маленькой девочки, чтобы принести им немного молока, немного риса и немного сахара, чтобы они приготовили себе просад. А увидев, что они увлечены беседой, она сама, подув себе на руки, вызвала огонь. Разгорелись сухие листья, приготовила сладкий рис и ушла. И когда наступил вечер, Рупа сказал Санатане, «О, брат, я хочу угостить тебя Махапрасадом». «Ах, кстати, вот уже и вечер. Я хочу тебя угостить Махапрасадом». «Ах, вот, кстати, он». Вот, и они попробовали этот сладкий рис и сказали, Раде, 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 джай, 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 шри, раде. Раде, 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 джай, 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 шри, раде.
Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe. Вот, спасибо. Вот, и тогда Санатана сказал: послушай, Рупа, мы ощущаем экстаз. Почему? Потому что это приготовила наша свамини, наша госпожа. Но мы сделали большую ошибку. Мы заставили нашу госпожу служить нам. На самом деле мы должны служить ей. А вышло как раз наоборот. Поэтому, пожалуйста, в следующий раз не заставляй ее служить нам. Так. Преданные черпают великое наслаждение в общении с друг с другом. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху приходил в храм Тота Гопинат в Джаганатхапуре каждый день, потому что там жил его великий спутник Гададхара, пандит. Я еще раз хочу показать вам вот здесь Господа Чайтанью и его спутников. Вот это Шри Чайтанья, это Нитьянанда, Адвайта, а вот это Гададхара и Шриваса. Так вот, Гададхара выиграл Господа Чайтанья сама Шримати Радика. Понимаете? То есть Кришна пришел как Господь Чайтанья, Баларама как Нитьянанда, а Радика как Гададхара, все в мужских образах преданных. Вот. Но что делал Гададхара, когда он сидел в саду Тота, Ямешвара Тота, еще не было храма тогда, Гопинат, он сидел там, он читал Шримад Бхагаватам, величайшее писание, которое сокровищница всех вед. По идее, по сути, это средоточие, концентрированная форма всех вед. И сам Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху, ежедневно приходил к Гададхаре, чтобы слушать Шримад Бхагаватам из его уст. Почему? Потому что каждое слово, каждая буква, каждый слог Шримад Бхагаватам – это только Радха, 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 Радха. Это имя Шримати Радики. Поэтому сам Кришна приходил, чтобы слушать, как объясняет Шримад Бхагаватам сама Радхика Гададхара. Понимаете? Ну вот. Сам Кришна брал шикшу, брал наставление у своей дорогой возлюбленной, своей внутренней энергии. Вот какое чудо. Однажды Господь Чайтанья пришел к Гададхаре, и они были вместе на берегу. Чайтанья Махапрабху начал ковырять песок, начал чертить что-то палочкой. Потом стал копать ямку и сказал: «Хочешь, я покажу тебе сокровище своего сердца?» «Конечно», — сказал Гададхара. И Господь Чайтанья разрыл ямку, и показалась прекрасная корона божества. И потом голова божества, прекрасный, темноликий Гопинатха появился из песка. Это был Гопинат, который сейчас известен как Тота Гопинат. Тота значит в саду. Вот. Так Шримати Радика получила Кришну. Это Гададхара, который получил Кришну, и он начал поклоняться этому Кришне. Чайтанья Махапрабху, он всегда говорил: «Кришна, Кришна», потому что он переживал это настроение Шримати Радики, когда она переживала разлуку с Кришной. Вот это лила в Джаганатхапуре. Вкратце я мог бы говорить больше, но, пожалуй, этого достаточно, чтобы сказать что-то вкратце. Так вот, Джагадананда, он, наконец, нашел Господа Чайтанью, он хотел утопиться, вот, но он нашел его возле храма Тота Гопинат, во дворе храма Тота Гопинат. Во дворе храма Шри Гопинатхи я вижу божественное лицо моего Господа, и в экстазе падаю на землю без сознания. Очнувшись, я оглядываюсь и вижу, что меня занесли вовнутрь уже, без сознания. До чего доводит према, вы представляете? Какие потрясающие проявления. Должно быть, это сделал Гададхара пандит. Я издали вижу, как Гададхара пандит и Господь Гауранга говорят обо мне. Тотчас слезы наворачиваются мне на глаза. Я начинаю кататься по земле, потеряв самообладание. Према может лишить нас всякого самообладания. Существует даже на уровне бхавы 8 внешних ее проявлений. Называется ашта саттвика бхава. 8 проявлений. Тесведа рома ча,
Сварабхеда пату, это побледнение тела, это мурашки на теле, волосы, которые встают дыбом. Преданный то смеется, то плачет, то он катается по земле и так далее, и так далее. Это все признаки, глубокие вздохи и кота, это все признаки бхавы. А бхава – это первый луч премы. Так вот, эти книги – это наука о преме. Джагадананда рассказывает здесь свою автобиографию. Его игры с Господом Чайтани описаны здесь, как его према проявлялась. «Я издали слышу, как Гададхара Пандита, Господь Гауранга, говорят обо мне. Тотчас же слезы наворачиваются мне на глаза». Вот насчет слез. Когда преданный погружается во внутреннее состояние, он теряет чувство. Он падает без чувств, он теряет сознание. Но первое, как что он испытывает, когда он приходит во внешнее сознание, сознание – это слезы. Слезы – это наиболее естественное проявление премы при возвращении в полу внутреннее сознание. Поэтому, когда вы будете читать Чайтанья-чаритамриту, в самом конце – анти-лила. Господь Чайтанья рассказывает своим преданным, которые вернули его из глубочайшего экстаза, он возвращается назад, и он говорит: «Зачем, зачем вы позвали меня сюда? Я был с Радой и Кришной». И он рассказывает о том, что он видел. Это вся антилила, вот такая. Это потрясающая часть, это чистый экстаз, антилила, последняя часть игр Господа Чайтаньи. И тогда он начинает плакать. Вот после того, как он возвращается, он начинает плакать. Так же и здесь произошло. Очнувшись, я оглядываюсь и вижу, что меня сдают. Тотчас же слезы наворачиваются мне на глаза. Я начинаю кататься по земле, потеряв самообладание. Я не в силах вынести даже мгновение разлуки с Господом, потому что мой возлюбленный Господь Гаурасундара вечно танцует внутри моего сердца. Это Он не дает мне умереть. А если я продолжаю жить, мы постоянно должны ссориться друг с другом. Ссориться. Ссора – это стихия Джагадананды Пандита. Вот. И поэтому он получил прозвище Кундале Джагай. Кундале означает вздорный. Вздорный – это человек, который любит ссориться в мирском понимании. Но здесь вздорный Джагай, он так выражает свою любовь Шри Чайтанье. Он постоянно его упрекает. Вспомним эту историю, я хочу еще раз рассказать. Джагадананда принес Господу Чайтанье из Бенгалии, добытый очень тяжелым трудом, сосуд сандалового масла. Вы знаете, сандаловое дерево, его труд в пасту, да? А потом выжимают масло. Какой это труд? Представляете, сколько нужно дерева, чтобы выжать это масло? И он принес целый кувшин Господу Чайтанье, хотел ему подарить, чтобы тот намазывал себя и охлаждался. Господь Чайтанья передал ему через слугу: «О, если я начну мазаться этим сандаловым маслом, то какой из меня саньяси, отреченный монах? Это означает, что мне в скором времени потребуется прислужница для этого, и в скором моей саньяси придет конец». Поэтому он отверг подарок. Джагадананда в сердцах бросил кувшин с маслом, разбив его в дребезги прямо перед глазами Господа Чайтаньи. Вот это проявление его любви, понимаете? Это бурное чувство, оно не зависит от каких-то внешних обстоятельств. Ему все равно, что о нем подумают. Это еще одно качество преданного, который в преме. Ну, все равно, что о нем подумают. Без различия к мнению окружающих. Понимаете? Окружающие – харибол. То, что у него в сердце – это главное. Вот так. Поэтому, вы знаете, как, Господи, имя? Найра. Знаете, чем дальше продвигаешься в духовной жизни, тем больше и больше родственники будут считать нас сумасшедшими. Тем больше и больше. Вот, в книгах, которые описаны, описывают этапы духовного пути, чем выше и выше этап, тем более и более интенсивно люди считают нас сумасшедшими. Если раньше люди показывали нам положительные мудры, мудрые – это комбинация, знаете, жесты. Они показывали вот так, они показывали вот так. Но если раньше показывали вот так,
то остается один палец, они показывают вот так. Мудра совсем меняется, но прямо противоположное значение. Поэтому люди не поймут нас. Ну что делать? Это их природа, но у преданного, у которого есть према, у него своя природа. Поэтому что может его остановить? Ничто. Никакое внешнее обстоятельство не может. Это называется как? Знаете что? Как это называется? Свобода. Это свобода, да, люди выходят на площади, машут флагами. Сколько-то там цветов на этих флагах, понимаете? И в итоге получают что? Еще одну разновидность материальной тюрьмы. Были в одном союзе, сейчас в другом, все. Из союза в союз. Вот. Или совсем, казалось бы, независимо, тогда вообще тонем. Спасите нас, примите нас в какой-нибудь союз. Вот. Это наоборот тюрьма, а према вот это свобода. Поэтому даже если мы людям проповедуем, говорим, о, мы соблюдаем четыре регулирующих принципа, да, мы не едим мясо, мы не пьем, не курим там и так далее, живем с женой только в браке и не играем в азартные игры, денежных махинаций не делаем. Это четыре регулирующих принципа свободы. О, это начало. Это только начало. Это ты становишься свободен от дурных реакций кармических. Потом, как мы говорили, когда ты доходишь до повторения тени святого имени, ты становишься свободным от кармы как таковой. Люди сейчас хотят корректировать карму, да? Диагностика кармы, корректировка кармы. Как бы мне сделать так вот, чтобы ту подножку, которую я поставил, та подножка, которую я кому-то поставил в прошлой жизни, чтобы она так мимо меня прошла, или чтобы помягче меня ударило, понимаете? Ну и что, немножко подрезал ты свою карму, может быть, да? Какое-нибудь жертвоприношение Ганеше сделал, понимаете? Ну и что? В итоге твоя карма никуда не исчезнет. Вот. Но бхакти, понимаете, этот процесс, бхакти, преданное служение, нейтрализует карму. Я хочу еще раз повторить. Процесс бхакти полностью нейтрализует карму. Человек становится свободным от кармы. А когда он достигает чистой любви к Богу, это полностью освобождает его от чего-либо материального вообще. Поэтому так как он в духовном теле, то какая ему разница, что делают люди невежественные, которые окружают, понимаете? Вот. Такими эпизодами изобилуют жития святых на каждой странице. Вот такие эпизоды. То есть святой, он чудак, да, с точки зрения толпы. Всюду это так. Вот, поэтому такой же и Джагадананда. Ага. Вот. Так. Да, то есть только благодаря тому, что Господь Гауранга танцует в моем сердце, говорит Джагадананда, я еще поддерживаю жизнь в теле каким-то образом. Это он не дает мне умереть. А если я продолжаю жить, мы постоянно ссоримся друг с другом. Вот о чем мы остановились. Всегда ссоримся. Жизнь, значит, вот эта вот вздорная природа Джагадананды. Я не знаю, что еще может поддержать мою жизнь. Я не понимаю, что заставляет меня так поступать. Хорошо знаю себя, тем не менее, я иду... Эй, Лали! Тем не менее, я иду во Вриндаван, оставив общение с лотосными стопами Господа. Это, несомненно, перечеркнет все мои надежды на успех и в этой жизни, и в следующей. То есть он хочет идти во Вриндаван. А Господь Чайтанья остался в Пуре. Господь разрешил мне идти во Вриндаван. И теперь, если я не исполню его желание, то совершу серьезное оскорбление. С другой стороны, я обязательно умру, если больше не смогу больше видеть мягкий свет луны подобного лица моего возлюбленного Господа Гауранги. Он хочет пойти во Вриндаван, но не может, потому что в разлуке с ним он умрет. Эта дилемма причиняет мне нестерпимые муки. Каждый, кого очаровала любовь Господа Гауранги, находится в очень опасной ситуации между жизнью и смертью. Вот чем чревата любовь к Господу Гауранги. Опасная ситуация, понимаете как? В этом мире все представляет собой перевернутое отображение реальности духовного мира. Поэтому если человек влюбится в этой жизни, да, это слепое чувство, очень опасная ситуация. Что Бог знает, он даже толком не знает характер этого человека, в которого влюбился-то.
он или она, понимаете? Как там что повернется, если что, все. Ему грозит петля, ему грозит безумие, ему грозит что угодно, алкоголизм, понимаете? Вот. А Господь Чайтанья, это такой предмет любви, что если ты полюбишь его, то вообще непонятно, что дальше будет. Поэтому здесь Джагадананда громко заявляет, что каждый, кого очаровала любовь Господа Гауранги, потому что он любит всех, поэтому каждая душа отвечает на его любовь. Каждый, кого очаровала любовь Господа Гауранги, находится в очень опасной ситуации между жизнью и смертью, поэтому подумайте перед тем, как брать в руки четки, вы подвергаете себя серьезной опасности, правильно? Между жизнью и смертью все время. В какой-то йоге кто-то автор сказал, йог всегда одинок и в опасности, что-то такое. Но здесь еще серьезнее, понимаете? Тут постоянно бхакти-йог, постоянно между жизнью и смертью. Что мы читаем? Между жизнью и смертью. Ой, Найри, наверное, не по себе от такой рекламы. Окей. Таково плачевное положение всех последователей Гададхары Пандита. Слушайте, что я читаю черным по белому здесь. Таково плачевное положение всех последователей Гададхары. Вот, мы в парампаре Гададхары, поэтому наше положение плачевно, господа. Да, все только и шепчутся об этом последнее время. Какая глава? 13-я главка. Закончилась глава 14-я. Противоречивая метаморфоза Вриндавана в Навадвипе. О, продолжается эта дилемма. Вриндаван или Навадвип? Вриндаван географически 150 километров от Дели к юго-востоку. Там Кришна явил свои детские игры. А Навадвип — это место, куда пришел Господь Чайтанья спустя 4500 лет. Это место к северу от Калькутты, в Бенгалии. О, горе мне! Я не могу посетить Вриндаван! Продолжает сокрушаться Джагадананда. Каждый раз, когда я предпринимал попытку уйти, воспоминание о прекрасном лице Господа возвращало меня назад. Я начал медитировать на его трансцендентный золотой облик и тотчас же потерял всякое самообладание. Я сбился с пути и оказался в каком-то незнакомом месте. Заблудился. Ох, все от любви к Господу Гауранге. Идя в одном направлении, я не заметил, как повернул назад. Шел-шел туда, не заметил, как повернул обратно, потому что противоречивые чувства терзали его. Пойти мне во Вриндаван или остаться в Навадвипе? Шел-шел вперед, не заметил, как повернул назад. Понимаете? Человек, который спит, не замечает, как сваливается с кровати и просыпается. Так сильно устал или был так пьян, что проснулся на полу. Хорошо, если с кровати упал, еще с печки или еще с чего-то. Понимаете? А здесь, да, это мирское опьянение. Джагадананда Пандит был так пьян от любви к Господу, что он прошел полпути, повернул назад и не заметил, вы понимаете, в какую сторону идет. Да, вы понимаете, пьяный человек, он вообще не знает, куда идет, понимаете, но здесь у него, он сознает, в Вриндаван я иду, а потом в Навадвип он возвращается, 180 градусов поворачивается, и не замечает. И когда в конце концов я увидел, что вернулся на то же место, я просто сел на землю. Что еще делать? Что еще делать? Потерял ориентир, просто сидишь и грустишь. Я потерялся. Я не понимаю, что со мной. Если так будет продолжаться, я вряд ли когда-нибудь дойду до Вриндавана. Иногда, размышляя над этим, я дни и ночи сижу под деревом, не сомкнув глаз, а иногда глубоко засыпаю. Я уснул, и мне приснился сон о каком-то далеком месте. Тем начинает, он продолжает свое путешествие. Там, на берегу океана, я увидел прекрасную танцующую фигуру моего возлюбленного Господа Шри Гауранги. Его окружали Гададхара Пандит и все преданные. Они танцевали под сладчайшие, подобные нектару, музыку и пение. Когда закончились пение и танцы, мой Господь Гауранга подошел ко мне, взял меня за руку и сказал: «Ты ушел? Ты ушел, разгневавшись на меня? Если это я причинил тебе какое-то беспокойство, то скажи, в чем моя вина? Теперь ты убежал во Враджу, а меня оставил здесь? Ладно, забудем это. Подойди, позволь мне обнять тебя, прижаться к тебе грудью и так успокоить мое безутешное сердце. Пожалуйста, приготовь мне сегодня вечером рис и шпинат,
чтобы я мог утолить голод. О, Джагадананда, ничто не радует меня с тех пор, как ты ушел. Мне очень тяжело. Я просто механически глотаю пищу. Почему ты всегда так жесток ко мне? Я еще не понял причины твоего внезапного ухода. Единственное, что у меня осталось, это тоска и печаль. Иди и посети Враджадхаму. Это принесет тебе счастье, Враджадхама Вриндавана. Но возвращайся скорее, потому что я хочу попробовать рис и шак. Шак – это овощи, листья, да, которые очень хорошо готовят здесь тоже, какую-то разновидность шака. Вот. Но Господь Чайтанья любил зелень. Угу. Господь Чайтанья – шпинат и другие. Господь Чайтанья очень любил 22 разновидности шака. И Джагадананда готовил их так, как никто другой. Господь Чайтанья очень любил блюда, приготовленные Джагадананды. Я хочу попробовать рис и шак, приготовленные тобой. Это придает мне сил. Я знаю, что ты тоже будешь счастлив. Но больше никогда не обижайся на меня и не уходи. Когда я проснулся, продолжает Джагадананда, я увидел, что Вриндавана очень далеко, а Ганга, напротив, очень близко. О, как чудесно на Удвипадхаме! Трансцендентный обитель, где мой Господь Гауранга совершает свои вечные игры. Во всех отношениях это точная копия Враджадхамы. Радуюсь, я направился в Майяпур прямо к дому моего Господа. Господь Чайтанья родился в Майяпуре. Это центр Навадвипа Мандала. Мандала значит лотос. Этот лотос состоит из 9 островов. Главный остров, как пестик этого лотоса, в центре находится. Это Майяпур, место явления Господа Чайтанья. А 8 лепестков представляют собой вот такие вот ответвления от этого пестика. Так вот, дом матери Шачи, мамы Господа Чайтанья, находится там, а также Вишнуприя, его супруга, которую он оставил, приняв саньяс, она тоже живет там. Шачи и Вишнуприя погружены в глубокую разлуку. Вишнуприя поклоняется божеству Гауранге, которое оставил ей он сам. Она повторяет много-много кругов Хари Кришна Махамантры в день. Повторяя один круг, она откладывает одну рисинку. В чашку, и когда собирается достаточное количество риса, чтобы его сварить, она варит его в своих слезах. Она откладывает рисинку за рисинку и льет слезы. Слезы собираются в другую чашку. Так содержимое двух чашек перемешивается и варится этот рис. Потом этот рис предлагается божеству Гауранге, и затем его принимает Шачи, мама Господа Гауранги. И затем то, что остается, принимает Вишнуприя. Так она поддерживает жизнь в теле. Это называется баджан. Один неизвестный автор сказал этот стих. Бхакти-йога, бхакти-йога, бхакти-йога дхана, бхакти-йей Кришна-нама смарана крандана. Бхакти-йога, бхакти-йога – это две вещи. Кришна-нама смарана – памятование имени Кришны и крандана – плач. Поэтому, беря в руки четки, мы зарекаемся посвятить оставшуюся часть жизни плачу. Поэтому Шрила Гаур-Говинда Махарадж сказал «Cry for Krishna», «Плачьте для Кришны». Когда он построил свой храм Кришна Баларам Мандир в Бхубанешваре, недалеко от Пури, это столица Орисы, он сказал, мы построили здесь храм плача. Мы построим здесь храм плача. Он приказывал своим ученикам, плачь по Кришне, плачь по Кришне. Ты плачешь не по Кришне, ты плачешь по майе, поэтому ты получаешь майю. Майя – иллюзия, иллюзорная энергия. Ма – значит не, я – значит это. Плачешь по майе, ты получаешь майю. Но нужно плакать о Кришне. Поэтому Джагадананда отправился в дом Шачи и Вишнуприи. Я предложил поклоны матери Шачи, и мы долго говорили с ней о Господе Гауранге, о самом дорогом сокровище наших сердец. Кто же еще может быть лучшим собеседником?
о Господе Чайтанье, говоря о Господе Чайтанье, чем мама Шачи. Затем я вышел, чтобы насладиться видом прекрасной Навадвипы. Обойдя различные места Навадвипы, я неожиданно понял, что я уже во Врадже. Почему? Потому что Навадвипы Врадж не отличная. Вриндаван. Врадж это Вриндаван. Понимаете, место, где родился Господь Кришна, место, где родился Господь Чайтанья, не отлично. Потому что это одна и та же личность. Они географически очень далеко. Нужно провести немало дней и ночей, чтобы дойти пешком. А сейчас сутки на поезде нужно ехать. Но тогда вайшнавы из Навадвипа путешествовали во Вриндаван и обратно. Это занимало у них месяцы. Но здесь Джагадананда, бродя по улицам Навадвипы, нашел, что это Вриндаван. И мне теперь не нужно идти за 3-9 земель, чтобы попасть во Вриндаван. Вот это метод нашего баджана. Говорится, что в Навадвипе мы должны увидеть Вриндаван. Мы увидим Вриндаван через Навадвип. Через Навадвип. Тут можно задать один вопрос. На самом деле мне задали этот вопрос, по-моему, в Ереване или в Краснодаре. Кто-то задал недавно вопрос. Хороший вопрос. Почему все-таки? То есть в линии нашего Гурудева, вот такой был вопрос. В линии нашего Гурудева, какое место наиболее благоприятно для баджана все-таки? Навадвип или Вриндаван? Скорее вопрос звучал так. Вот если ты в санге Гурудева, да? Где у тебя больше возможности совершать баджан, да, наиболее оптимально? Во Вриндаване или в Навадвипе? Вы знаете, в линии Гурудева больше возможности совершать баджан во Вриндаване. Потому что мало того, что у Гурудева там 4 храма формально, выбирай любой. В каждом из них санга с общением, с режимом и так далее, все как надо. Вот, но просто Гурудев, он провел больше времени во Вриндаване, чем в Навадвипе. Там вся его концепция, конечно, он в Матхуре был, конечно, это проповеднический центр. Но Гурудев приезжал регулярно во Вриндаван. Каждый год, по нескольку раз, на Джулана Ятру он гарантированно там бывал и так далее. Что и говорить, Картика, конечно. Вот. Но мы ежегодно отправляемся в Навадвип, раз и то и два, чтобы получить даршан и получить его милость. Так, посещая Навадвип, мы видим Вриндаван в нем. Также и Джагадананда, он так тосковал по Вриндаване, но он понял, что это Ганга, и это Навадвипа. Ганга в Навадвипе уже содержит в себе Ямуна, потому что Ямуна впадает в Ганг в Праяге, вот, на полпути из Вриндавана в Навадвип. К тому же, все леса Вриндавана присутствуют в Навадвипа-мандале. Определенный остров Навадвипа-мандала соответствует определенному лесу Вриндавана. «Так вот, мне не нужно идти за 3-9 земель, — сказал Джагадананда. Возможность видеть моего возлюбленного Господа уносит все мои страдания и избавляет от мучительной боли разлуки с Ним, Его обителя». Поэтому, когда мы с Господом, когда мы со Шри Чайтаньей, мы всегда дома. Это наше счастье. Хотя порой оно выражается через разлуку. В разлуке присутствует боль, но эта боль очень сладостна. Время все сладостно, даже боль, она тоже сладостна. Поэтому, когда мы в разлуке, она предшествует встрече. Мы говорили сегодня об Уттама Адхикаре с утра. Так вот, преданный, который Уттам Мадьям, он ощущает эту прему в разлуке сперва. А потом он уже ощущает прему во встрече, когда он обретает свою рупа ситхи в духовном мире. Когда он навсегда отправляется на планету своего возлюбленного Господа. Когда мы берем в руки четки, да, Найра тоже должна знать, когда мы берем в руки четки, мы должны знать, что очень скоро мы отправимся на планету нашего возлюбленного Господа. Это цель нашей практики. И нельзя думать, что она где-то далеко-далеко, она близко. Почему? Потому что мы встретили садгуру, подлинного духовного учителя, на своем жизненном пути. Вы знаете, многие преданные ждали много лет, да. Кто-то ждал 20 лет, я ждал 10 лет встречи со Шри Гуру. Не все было сразу. А кто-то получил сразу, буквально с первого месяца. Для нас это было просто нереально. Мы смотрели на это поколение, мы думали, боже, счастливые дети. То, к чему мы шли 10-20 лет, они получали сразу просто.
Но вопрос, сколько жизней они провели в этом пути, да, к лотосным стопам чистого преданного. Вот. Поэтому, когда твой Гурудев, Дамодар Махарадж, он задал вопрос Гургавинде Махараджу, какой-то такой, он еще молодой был, какой-то легкомысленный, типа, о, что-то про Уттама Вайшнава, про Махабхагавата он сказал. Тогда Гургавинда Махарадж ему дал затрещину и сказал, не думай, что это так дешево. Их, говорит, можно сосчитать по пальцам. Вот так. Поэтому этот путь может быть долгим. Но коли мы встретили такого преданного, тогда мы должны быть уверены, что путь будет коротким. Но это тоже не повод опускать руки, типа, ай, все, у меня счастье в кармане, можно погулять. Нет, Кришна очень быстро научит. Аре, баба, не расслабляйся, не смотри направо и налево. Поэтому Гурудев говорил нам, don't look at boys, don't look at girls. Не смотри на мальчиков, не смотри на девочек. То есть Ямаран Диди рассказывала, но она говорит, ну, anyway, we look at boys and girls. Мы так или иначе смотрим на девочек и мальчиков, понимаешь? Гурудев, так, миссия Гурудева, по рукам, куда смотришь? Очень-очень милостивый Гурудев. Наказывал нас, бил нас вот так вот. Раньше, когда с Гурудевом все преданные жили в Мадхуре, он бил всех физически за любой проступок, понимаете? Чуть что, данды, я сегодня, я в этот раз без данды приехал, у меня ограничения там, да, одна единица багажа, ну нет, я не такой опасный, как был Гурудев, я имею в виду, вот, но он, если что, он колотил всех просто, он просто колотил всех, не дай бог, какой брахмачари выйдет без спросу куда-то, он уже спрятал свою голову под компьютер. А у меня нет данды, понимаешь? Это комбинация двух отрицательных факторов. Голова уже спрятана, а данда отсутствует. Да, и не объекта, и не субъекта экзекуции. Да, вот. Поэтому однажды один преданный пел арати. Да, один известный, преданный, я вам даже не скажу кто. В общем, он пел арати громко-громко, и так, знаете, как оперный вокал. Вот так вот. Гурудев вихрем сбежал из своей комнаты вниз, встал напротив него и прямой наводкой. В нос! Кровь, понимаете, все, кровь. Что? Подожди. Что? Ты думаешь, ты киртания? Да, это был Гурудев. Да, понимаешь, киртане значит певец. Ты думаешь, что умеешь петь? Вот. О, Гурудев не терпел, когда не те мелодии, не те все. Все должно было быть точно. Все должно было быть очень точно. Все вовремя, все точно. Насчет вовремя Гурудев сказал, как он нас успел. Вы думаете, что это такое это, по часам-то все? Нас Гурудев воспитал, смотрите. В 2001 году, пока еще Говарданского храма не было, мы стояли, как это, Моди Баван, вот, напротив Говардана, с другой стороны. Вот. И Гурудев, знаете, он же 2001 год, это был последний год, когда он всюду ходил еще, всюду. Очень-очень много ему позволяли говорить, там, Мадхва Махарадж еще там не сдерживал его по каждому поводу. Вот. И Гурудев сказал утром, сегодня мы начнем вечернюю лекцию в 4 часа программы, да? Обычно в 5. Ну, Гурудев там, окей, интенсивная программа, Гурудев сказал, все серьезно принимают. Вот, ну, все-таки, ну, знаете, как народ, ну, 4, ну, типа, ну, ладно, там, обед, там, поспать надо, значит, 4, ну, короче, 5, там, ну, пока баджана, там, баджан, ладно, в 4:30, короче, ну, ладно, к 5 придем, кто 5, кто 5:30, народ собирается, значит. Гурудев приходит в 4, ну, я знаю, мне сказали 4, окей, я 4, понимаете. Вот, я пришел в 4. Гурудев там через минут 10, может, пришел. Сидит 20 человек в зале. Начинают киртан, Гурудев так видно недовольный. Недовольный. Так спели несколько киртанов, Гурудев берет микрофон, говорит. Я думал, что западные преданные очень пунктуальны. Но сейчас я вижу, что это не так. Вот так. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому сладостная разлука, сладостное наказание. Все это линии, в этой линии очень-очень сладостно. Потому что мы думаем, что материальная жизнь сладостна, пытаемся лизнуть, нас царапает по языку. Вот, оказывается, колючка. Вот, знаете, есть такое животное, верблюд. Очень глупое животное. Вот, верблюд, он тоже любит сладкое, знаете. Вот, но он жует колючку. Почему? Потому что он думает, что у колючки очень сладкий сок.
На самом деле он ранит свой язык этой колючкой и думает, какой сладкий сок в этой колючке. На самом деле свой сосет собственный язык, понимаете, свою кровь. Вот. Но ему так сладко, он жвачку жует с наслаждением. Вот. Поэтому это материальная жизнь. Называется чарвита чарвананам. Прохлад Махарадж сказал. Чарвита чарвананам. Жевание пережеванного. Вы знаете, жвачку жевали, да? Старая-старая жвачка. Сколько ее можно жевать? Неделю, две недели, месяц, год, понимаете? В книгу Гиннесса попал. Одну жвачку жевал всю жизнь. Человек, понимаете, это называется жевание. Чарвита чарвананам. Вот, и поэтому попал в книгу Гиннесса. Как чарвита чарвананам ачарья. Чарвита чарвананам. Жевание пережеванного. Санскрит. Да, звучит как червяки, правильно? Окей. Ну что, мы читаем 15 главу? Интересно вам? Читаем? Хорошо. Потому что сегодня для многих из нас последняя встреча. Кто-то должен будет уехать завтра в понедельник, кто-то останется, все, 5 человек. Но Матхурика обещала прийти только. Вот. Но мы завтра все равно будем транслировать. Итак, утром не думаю, потому что мы хотели ехать куда-то на природу. Да? Глава 15. Полуденные игры в Навадвипадхаме. Какие бы трансцендентные игры Господа Гауранги не вспоминались мне, я буду немедленно записывать их, независимо от их хронологической последовательности. Мне все равно, как это будет выглядеть. Будет ли соблюдена хронология, будет ли соблюден принцип пролог, содержимое эпилог, я буду записывать. Однажды мама Шачи, мать Господа Чайтани, собрала все остатки просада Господа Чайтани и отдала их мне. Вкушая божественный нектар остатков пищи моего Господа, я погрузился в глубочайший экстаз. Посчастливится ли мне когда-нибудь, хотя бы раз в жизни, вновь наслаждаться просадом, приготовленным матерью Шачи? То, что мы едим всегда, это просад. То есть это остатки от того, что съел Кришна. Божество приняло. А если эти остатки принял еще возвышенный преданный, то, что осталось после него, называется маха, маха-прасад. Прасад значит милость. Маха значит великая. Маха-маха значит великая-великая милость. Большая-большая милость. Да? Вот есть такое, такой фрукт, манго, да? Это царь всех фруктов. И в Индии, если манго хорошо созрела, висит оранжевая, подлетает зеленый попугай и клюет своим красным клювом. Это манго. В итоге манго исполняется большего-большего аромата. Большего-большего аромата. Таким образом, если преданный прикасается к тому, что уже маха-прасад, это маха-маха-прасад, и эти остатки пищи исполняются его настроением. В индийской семье есть принцип. Сперва принимает отец, потом жена и дети могут за него. То есть как маха-прасад. Это старый-старый принцип. Твой Гурудев мне рассказывал, что когда он был маленьким, в его семье была традиция, он прикасался, каждый день он предлагал поклоны отцу и матери. Так вот, понимаете? Ну, это старая ведическая культура. Вот. Гуру он как отец. Вот. Поэтому, то есть отец как гуру. Да, преданные, когда он принимает маха-прасад, это маха-маха-прасад. Поэтому мама Шачи сгребла все остатки из тарелки Господа и дала Джагатананде. Поэтому он восторгается теми подношениями, которые умела готовить мама Шачи. Послушайте название этих блюд. Ачюта-шак – дикорастущий шпинат. Моча-гант – удивительное блюдо из цветов банана. О, банановый цветок. Однажды я срывал его, помогал Мадве Мараджу на берегу Ганги, когда Гурудев был в Харидваре. Я забрался, и Мадве Марадж срезал, и я держал. Не, я срезал, а он держал. Вот, это такой цветок банановый. Вот, его используют для сабджи, для кичри, для чатни. Он такой немножко кисловатый. Вот, ну такой, с такого светло-малинового цвета, фиолетового. Вот. Моча-гант – удивительное блюдо из цветов банана. Качушак с жареными шариками из растертых бобов. Мамчаки, нимбапатал, дабабари и другими.
Насладившись остатками пищи Господа, я присоединился к Господу Чайтанье, Господу Нитьянанде, их спутникам, которые грациозно, словно лебеди, двигались по берегу Ганги. Непрестанно воспевая святые имена Кришны, мы достигли деревни Гади-Гачи. Шри Говинда играл на мриданге, Басу Гош пел, а Шрила, Гададхара Пандит и Крешвара Пандит танцевали в экстазе. Гададхара был великим танцором. Почему? Радика. Знаете, как она умеет танцевать? Ого! А Вакрешвара Пандит был способен танцевать трое суток подряд, без перерыва. Трое суток, 72 часа. Звуки имени Господа Хари. Хари – это имя Кришны, оно уносит все неблагоприятное. Поэтому, если мы сейчас скажем Хари, все неблагоприятное уйдет из нашей жизни. 3-4. Хари! Еще раз. Хари! Еще раз, товарищи. Хари! Все, ушло. Неблагоприятное. Уйди, уйди, уйди. Хари, Хари, Хари. Вот. Господа Хари наполнили воздух. Высокие голоса женщин, казалось, пронизывали небо. И все растворилось в океане экстаза любви Господу Гауранги. Да. Голоса женщин, высокие голоса, они улюлюкают, знаете? Покажите как? Покажите. Эй, эй, джентльмены молчат, только леди. Вот оно улюлюканье. Ведический звук. Все растворилось в океане экстаза любви Господу Гауранги. Я всегда танцую очень неуклюже, говорит Джагадананда. Но даже я танцевал, воздев руки, потому что меня заставил мой Господь Гауранга, войдя в мое тело и сердце. Так он входит. Я начисто лишен чувства мелодии и ритма, но это не мешает мне танцевать и петь. Не страшно, вот. Если Саду Марадж сердится во время киртана, не обращайте внимания. Главное, это в другом. Вот. Как это возможно, я не могу понять. Но мой Господь Гауранга, сияющий как луна, знает обо мне все. Войдя в деревню Гади-Гачу, мы отправились в ту ее часть, где жили пастухи и молочники. Господь Гауранга предложил нам. Мои дорогие преданные, давайте отдохнем на берегу этого пруда. Немного вздремнем под деревом. Посмотрите, как счастливо пасутся коровы. Давайте присоединимся к пастухам, отдыхающим вот под тем деревом баньян. Баньян – это такое дерево, у него корни растут вверх, а потом лианы свисают. Увидев нас, пастухи вышли нам навстречу, предложили нам йогурт, творог, масло и другие вкуснейшие молочные продукты. Их теплый прием и прекрасная пища прогнали всю нашу усталость после путешествия. Шри Нрисимхананда, Прадьюмна и Пурушоттама Ачарья пришли, чтобы присоединиться к нам в совместном воспевании святых имен Кришны. Местные жители вышли из своих домов, привлеченные музыкой и пением под гулкий ритм мриданги. Громкий, радостный звук имен Господа Хари наполнил собой лазоревое небо. Пастушок по имени Бхима подошел к нам и сказал: «Уважаемые господа, моя мать Шьяма очень благочестивая и всеми уважаемая женщина в нашей общине. Она дочь Саду, святого человека, пастуха, живущего сейчас в Ганганагаре. В сердце своем она без устали слушает матери Шачи и называет ее своей мамой. Поэтому ты мой дядя по матери. Дорогой дядя, позволь мне пригласить тебя и всех твоих спутников к себе домой. Пусть они продолжают счастливо петь святое имя Господа Кришны. Все йогурт и молоко, сколько их есть в нашем доме, я хочу раздать все преданным, а потом послужить тебе, массируя твои лотосные стопы. Господа, Господь Гауранга посещает дом Бхимы и принимает рис». Да. Решительность, с которой Бхима пригласил всех к себе домой, пришлась по душе Господу. Он согласился, и Шьяма, мать Бхимы, приветствовала каждого преданного традиционным благоприятным звуком, который женщины издают языком, улюлюканьем. И предложила всем места для сидения. Шьяма спросил Господу Гаурангу: «Мой дорогой старший брат, Нимай Пандит, как живет мама Шачи?» Господь ответил: «О, очень-очень хорошо». Шьяма раздала каждому преданному тарелки из банановых листьев и наполнила их сгущенным молоком, которое Нимай, все его спутники приняли с огромным наслаждением. После трапезы Господь в сопровождении своих спутников вернулся на берег пруда и начал тихим нежным голосом петь славу Верховного Господа Хари. Сам Шри Чайтанья тоже очень любил петь.
Пастушок по имени Рамадас рассказал Господу, что коровы никогда не пьют воду из этого озера. Он сказал, что огромный, страшный крокодил живет в воде, и, видя его, коровы отказываются пить и в страхе мычат и ревут. Услышав это, Господь Гауранга начал повторять святое имя громче, и крокодилы немедленно привлекли сладкие мелодичные звуки. Это же все привлекающие, киртан, понимаете, даже крокодилы, бегемоты и прочие твари реагируют. Чудовище вылезло на берег, приблизилось к Господу Гауранге и коснулось его лотосных стоп. В ту же секунду крокодил превратился в маленького прекрасного мальчика. Плача, он предложил молитвы Господу и рассказал грустную историю прошлой жизни. Вот что с ним было в прошлой жизни. Мальчик сказал: «Мой дорогой Господь, это ужасное тело крокодила я получил по проклятию мудреца Дурвасы». О, Дурваса — это такая личность. Он может проклясть с полуслова и может также благословить с полуслова. Но особенно он щепетилен. Он смотрит, как кто выполняет свое служение. Если не так, не дай Бог, очень-очень опасно. Поэтому вот что случилось с этим мальчиком, который стал крокодилом. Получил по проклятию мудреца Дурваса это тело. После этого, куда бы я ни отправился, я сеял вокруг себя один только ужас. Вы представьте жизнь. Все от тебя убегают. Страшилище, да? Да. Однажды в лесу Камьяван великий мудрец уснул, а я, озорной мальчишка, отрезал у него несколько прядей спутанных волос. Вот, подшутил над саду, понимаете? Он проснулся и в ярости проклял меня стать крокодилом на следующие 4 юги. 4 юги. Долгая-долгая жизнь. 4 юги, 4 космических века. Я горько сожалею о содеянном и сожалел его простить меня. Смягчившись, мудрец со страданием ответил: «О, прекрасный мальчик, когда Господь Кришна, сын Нанды, явится в Новодвипе, как дорогой сын матери Шачи, что и произошло, ты услышишь, как он громко поет святое имя Господа. Это освободит тебя от проклятия, и ты снова получишь свое красивое тело и поднимешься выше 3 миров». Это не просто сказки, то есть это не сказки. На самом деле сказки имеют корень вот здесь. Это высшая реальность. Все эти проклятия, все эти вот вещи, которые, да, в сказках фигурируют, мы в детстве слушали, да, это все высшая реальность. Такие отзвуки, отблески. Вот один эпизод Господа Чайтани, как он избавил этого преданного из тела крокодила. Так мальчик начал возносить молитвы. «Слава, слава сыну матери Шачи! Он очищает падшие обусловленные души, великодушно давая прибежище безнадежным, всеми презираемым и нищим. Твои удивительные деяния восхваляет вся вселенная. Ты спас даже такое отвратительное создание, как я. Поэтому нет никаких границ твоей милости». Новодвипа – самая возвышенная дхама, то есть обитель, суть всех других мест паломничества. И здесь, в этот век, Кали Господь явился в своем самом милостивом воплощении. «Ты пришел, чтобы спасти обусловленные души Кали-юги, одарив их воспеванием святого имени Бога. Я приношу тебе свои смиреннейшие поклоны, тебе, Верховной Божественной Личности. 4 юги я провел в мерзком теле крокодила, и теперь ты пришел и освободил меня от этих страданий. Ты бесконечно милостив, ты сам Господь Хари. Звуки святого имени из твоих уст настолько сладки, что бесконечное множество движущихся неподвижных существ освобождаются благодаря твоему нектарному воспеванию. Мой дорогой Господь, пожалуйста, позволь мне вернуться домой, к родителям. Их счастью не будет предела, когда они вновь увидят меня». Вознеся эти замечательные молитвы, мальчик с позволения Господа вернулся к себе домой. Видя, что солнце приближается к зениту, преданные стали собираться назад в Майяпур. Любой, кто с верой и преданностью выслушает рассказ об этой игре Господа Гауранги, освободится от любого, даже самого страшного проклятия. Брахмашапа. Это проклятие Брахмана. Серьезно, друзья. Тот, кто услышит эту историю, освободится от самого страшного проклятия. Не нужно сомневаться. С верой и преданностью услышать. После этого случая пруд стали называть Гаурадага, то есть пруд Гауранги. Горы. По аналогии с плодом Калиядаха во Вриндаване, где Господь Кришна победил змея Калию. Да? Жил-был Калия, демон, который мутил воду в заводе Ямуны, но Кришна танцевал на его головах и освободил его оттуда, и он его убивать не стал, но отправил подводными путями во свояси. Также здесь крокодил обрел свое изначальное тело мальчика.
Видя этот пруд и прикасаясь к его воде, человек освобождается от всех грехов, постепенно поднимается на уровень чистого преданного служения. Так говорится в Ведах. Чудо, происшедшее прямо на глазах у пастухов, в высшей степени изумило их. С радостью они подняли Господа на руки, восклицая: «Слава, слава нашему дяде!» Он им был дядя по семейной линии, поэтому... Представляете, Гауранга, твой дядя. А? Неплохо, а? Вот. Мы ему молимся, как Господа, тут на руки подняли: «Слава, слава нашему дяде! Дядя Гаураки, джай!» Вот. Да. Полуденные игры Господа Гауранги равноценны полуденным играм Господа Баларамы и Господа Кришны во Вриндаване. Здесь, у пруда Гаурадага, преданные вечно могут созерцать холм Гавардхан, Манасигангу и игры Господа Кришны, пасущего коров. Значит, это на как называется, на Коладвипе. В Коладвипе это озеро, в городах есть. Всем этим пастушкам открылась истинная природа Господа Нимая. Нимая — это тоже его имя, потому что он родился возле дерева Ним, поэтому и зовут Нимай. Ведь его игры не отличны от игр Шри Кришны, сына Махараджи Нанды. Нитайгор Примананде, Аририбо. Ну что же, я хочу оставить больше пространства сегодня для вопросов. Окей? У нас целых полчаса. Вот, если хотите, просто следующая глава довольно длинная, вот, я не смогу ее сегодня закончить даже. Вот, и я знаю, у преданных много вопросов, в том числе в электронном эфире. Вы можете спрашивать или что-то уточнять по нашим чатам, которые в ВКонтакте, на Фейсбуке и в Скайпе, вот. И также MailAgent. Вот, а этот я могу включить, конечно, еще юстримовский. Ладно, одну секунду. Юстрим. Если у вас, дорогие преданные, здесь в Анадзоре есть вопросы, задавайте. Кто хочет что? Так, поделиться или спросить? Да? Угу. Махарадж, когда вот в 13 главе Джагадананда Пандит пишет о том, как страшно путь к премии, то есть бхавы и это между что-то между смертью и жизнью. Наверное, они были или в ссоре, или, я не знаю, в разлуке, поэтому так он страшный, в чем они там, да? Это не страшно, это не страшно, это прекрасно, поймите. Тут нет ничего страшного. Страшного ничего нет в премии. Во Вриндаване. Эй, Кришна жил во Врадже, во Вриндаване, до возраста 10 лет 8 месяцев. Затем он ушел в Матхуру. И да, и нет. И нет, и да. И это да идет через нет. Это принцип према-виварты. Почему Джагадананда вздорный джагай? Почему? Такова природа его према. Его према очень богата. Очень-очень-очень богата. Поэтому мы не должны думать, что о, это такие черные, темные тона, такой трагизм весь этот наш. Никогда, никогда. Я хотела добавить, я читала, Гурудев описывает, какой вот такой плач в разлуке. Да. И он говорит, потом описывает, и потом говорит, что если вы видите такой преданный плач, знайте, что он на вершине блаженства, на самом деле. О, спасибо. Спасибо, да. Действительно так. Угу. Вот, когда вы рассказывали, что один преданный пел баджа, да, как-то коперный, и Гурудев дал ему нос. Затрещина, да, не то, что затрещина, а как надо, полное, прямой навык. В принципе, что бы ни делал Гурудев, это абсолютно, я понимаю. Конечно. Да,
почему бы вот ему не сделать так, чтобы он научился петь? Понимаете, мы не можем обсуждать. То есть почему не учили, как надо петь? Я это хотел сказать. Во-первых, как петь, так и учили, Гурудев очень учил, очень хорошо учил, это раз. Во-вторых, да, вы правы, то, что делает Махабхагавата Вайшнава, это абсолютно. И никто не может даже пытаться понять глубину его настроения. Один Вайшнав может быть резкий, как Гурудев решил Три Викрама Махарадж, другой очень мягкий, как Шрила Вамана Махарадж. Все зависит. А может, он после этого начнет хорошо питаться? Я хочу вернуться, Арибал, я хочу вернуться к этому эпизоду. Еще есть один фактор, который внутренний фактор. Однажды Харидас Такур, мы в Краснодаре эту лилу слушали, увидел заклинателя змей, который играл на дудочке, и змея танцевала. Когда он увидел эту танцующую змею, он вспомнил Кали Адама Налилу. Он вспомнил, как Кришна танцевал на головах змея Кали. И из его разинутых пастей, многих голов, стала изрыгаться, стала кровь, гной и все прочее изрыгаться. Вот. И он радовался победе Кришны. Он танцевал, а потом он опрокинулся на землю и стал кататься по земле и кричать. Вот, поэтому люди стали подходить и касаться его стоп, потому что они почувствовали это духовное блаженство в его настроении. Вот. И затем пришел брахман один, который был притворщиком на самом деле. Да? Он хотел свои славы и почести, и он, после того, как Харидас ушел, прославленный всем народом, он подумал, о, этот Яван, да, этот рожденный в семье неприкасаемых, да, он, или воспитанный, он получил столько заслуг, я брахман, поэтому если я явлю мои, значит, чувства там, то, конечно же, все будут меня почитать. Он тоже опрокинулся на землю и начал кататься в конвульсиях. Вот. После чего этот, как называется, заклинатель взял палку и стал просто бить. Всю дурь из него выбил таким образом. Вот. Почему? Вопрос, почему? Мог бы сказать, товарищ, ты не тем занимаешься, там, мог бы там составить, созвать совет, значит, местных старейшин, устроить ему комсомольскую разборку, понимаете, что негоже тебе так обращаться, там, так далее, понимаете, почему? Потому что это природа его любви, да, он был преданным, этот заклинатель, он был преданным. Вот. И это было для него частью этой лилы, представления, лила, как сказать, да. Вот, поэтому, во-первых, он его побил за дело, то есть, ну, так формально, потому что он действительно неправильно себя вел. Вот, и во-вторых, его бхава была нарушена, понимаете? Его бхава была нарушена, поэтому он взял палку, отшвырнул флейту, взял палку и стал бить. Кто-то разрушает эту бхаву, понимаете? Еще один случай. У Кришнадаса Кавираджа Госвами был брат. Как же его звали? Я забыл. И он любил Господа Чайтанью, а Нитьянанду не любил. И потом пришел великий преданный Минакетан Рамадас. Вот. И он был флейтистом, и он играл на флейте, рассказывал Кришналилу, пел Кришналилу. И поэтому он стал петь и играть, и петь о славе Господа Нитьянанды. А этот брат Кришнадаса Кавираджа выразил упрек, о, почему Нитьянанда, почему не Чайтанья, кто Нитьянанда такой, да, что его тут прославляет. Он взял, сломал свою флейту, бросил и ушел. Вот, понимаете как? То есть вот это настроение, я просто дал несколько таких параллельных случаев, да, когда преданные вот так вот эмоционально реагируют. Так же и Джагадананда Пандит, понимаете как? Сколько тут случаев и так далее. Еще один случай. Рагунат Дас Госвами. Рагунат Дас Госвами сидел на берегах Радхакунды. Он совершал целенаправленный Радха Баджан. И пришел один крестьянин и принес ему в чашке из листьев немного кислого молока, чач. Он был во внутреннем состоянии, но он вышел во внешнее и сказал, о, откуда ты принес?
Это Чачан сказал, Сакхистали. А Сакхистали это место Чандравали, где место соперницы Шримати Радхики. Рагунат Дас Госвами Тарати Манджари. Она ближайшая служанка Божественной Читы в линии Шримати Радхики, в Гане Лалиты. Вот когда он увидел, что что-то противоположное к нему поднесли, он тут же взял палку и погнался за этим крестьянином, стремясь его побить. Почему? Почему? Почему бы он не посадил его и не сказал бы там, товарищ дорогой, негоже тебе приносить мне что-то от Чандравали, потому что я целенаправленный, преданный Шримати Радхике, не было бы никакой, как понимаете? Потому что мы не можем проецировать наших представлений на их жизнь. С нашей точки зрения нелогично, поэтому сколько раз нам повторяли, что не можем мы своим разумом осознать сейчас настроение возвышенного преданного. Никто не знает, что живет у него в сердце. Поэтому то, что мы читали сегодня, это чистая према. Према виварта. Преобразование према. Я забыл вам перевести, да, према виварта. Значит, любовь, текущая против часовой стрелки или поворачивающая вспять. Поворачивающая вспять. Если течение бурной реки встречает преграду на своем пути, начинается встречное течение, водовороты, все начинает бурлить, вздыматься, пениться. Это называется према. Мы никогда не знаем, как она повернется, каким концом. Этого нельзя имитировать, поэтому подражатель, брахман завистливый, получил по заслугам от заклинателя. Вот. Поэтому никогда не допускать сахаджизма, да? Ну, то есть этого подражательства. Мы никогда не подражаем. Наш процесс очень научный. Поэтому больше всего наша парампара нас оберегает от сахаджи. Да, прежде всего. Сахаджи означает легкое отношение к возвышенному. Мы не можем легко относиться к возвышенному. Да? Окей, какой-то вопросик нам поступил. Сейчас посмотрим. Анил Кришна Дас Прабу, откуда он? Стерлитамак. Хари Кришна Рой Саду Мараш. Простите меня, можно задать такой вопрос? Какова глубинная причина симпатии и антипатии в отношениях? В каких отношениях? Ну, это вопрос о мирских отношениях. Окей, очень простой вопрос, очень простой ответ. Причина элементарная. Майя Деви правит здесь, в материальном мире. Вот тебе и глубинная причина, что это, как сказать, основная энергия Господа здесь, в этом мире. И мы все под ней, в большей или меньшей степени. Поэтому нам что-то нравится или не нравится. Мирские люди ходят по этому миру, они видят разные объекты чувств. И они говорят, да, как это отмечается на Фейсбуке или в чатах, вот так или вот так. Хочешь так, хочешь так. Вот тебе две мудры, выбирай. Цаца или кака. Все. Понимаете, это двойственность материального мира. Поэтому нам нужно покончить с этой материальной двойственностью. Поэтому позволь тебе подарить сегодня один стих из Бхагавад-гиты. Запиши номер. Дукеша двигвинаманаха, сукешу вигатас прига, витарага бхаякрода, стирадир мунир учете. Это вторая глава. Сейчас скажу номер. Дукешу. 261, сейчас. Здесь описывается, кто такой Стира Дир Муни, то есть мудрец с непоколебимым разумом. Тот, кто, кого не волнуется, тот, кто не переживает, и если случится что-то неблагоприятное, да, три вида страданий. Ума, от ума, да, значит, других живых существ, сил природы, его не волнует. Вот, и не радуется, не привязывается, если приходит счастье, вот, которое витарага бхаякрода, который свободен от привязанности, страха и гнева, это мудрец с непоколебимым разумом. Однажды Гурудев остановил нас на утренней прогулке и вспомнил этот стих, и Падманабхи Махараджу велел процитировать. Процитирую, говорит. Говорит, теперь объясни. Ну, Падманабха Махарадж объяснил, что мы постепенно должны освободиться от симпатии и антипатии этого мира. Понимаете, как люди действуют? Смотри, вот сейчас пасмурно, да?
Люди сидят дома, немножко хмурые такие, немножко холодно. Вот. Переключатель поверни на солнечную погоду, да, вот, в компьютер, да, переключатель, на ванадзор погода. Тучи разгони, солнце включи. Люди все сразу... Хорошо, понимаете, все сразу где-нибудь у высокогорных ручьев там прохлаждаются, да, или к морю едут в Батуми, да, понимаете. Вот и все. Это настроение людей, которое зависит от внешних факторов. Но у нас, у преданных, от внешних факторов ничего не должно зависеть. Ничего не должно зависеть. Поэтому Господь Чайтанья сказал, Брахмане Чанд... кто же это автор песни, да, этой одной песни, он сказал, Брахманы и Чандалы, и Брахманы и Чандалы по происхождению поют и танцуют, идя бок о бок в лилах Господа Чайтаньи. Они поют и танцуют бок о бок, и Брахманы по происхождению, и Чандалы. Чандалы значит неприкасаемые, коровоеды, те, кто поедают коровье мясо, понимаете, это все мы из этих семей, понимаете. Вот. Корова одна из семи матерей. Если совершаешь насилие, то же, что убийство матери обычное. Вот. Поэтому у нас, как сказать, происхождение слабое. Вот. У брахмана более возвышенное происхождение, он ведической культуры, с детства и так далее, и так далее. Но по своему статусу они равны, равенство. Понимаете как? Поэтому Шрила Тривикрама Махарадж однажды к нему пришли и сказали, о, вот это вот западная группа киртаны, а вот это вот индийская группа киртана, он вспылил просто. Как вы можете говорить индийское и не индийское? Как вы можете говорить западное и восточное? Как вы можете говорить? Потому что в этой песне четко сказано, брахманы и чандалы, и брахманы и чандалы идут плечом к плечу. Понимаете как? Поэтому даже после того, как человек получил инициацию, и вторую, и там, и даже третью, там, порой эти отождествления там, с национальностью там, и так далее остаются, понимаете, очень зря, не должно их быть. Нет людей первого, второго, третьего сорта в мире бхакти. Как там? Киба випра киба ньяси, кшудра кабиной, эй, Кришна таттваветра, эй, гуру гой. Гуру может быть любого происхождения, из любой среды, понимаете. Он может быть из собакоедов, он может быть из индийцев, он может быть из брахманов. Кастовые брахманы терпеть не могли кого? По-моему, Наротама Такура, за то, что он принимал не брахманов себе ученики. Нет, простите, что он, ниже брахмана. Он был ниже брахмана сам, каяства он был, землевладелец. А брахманов принимал в ученики. Ох, они очень злились. Ух, это кастовое мышление, его не должно быть в нашей среде. Часто преданные думают, о, гуру я должен принять, только индийца, все. Аре-баба, это же противоречит самому духу, самым устоям учения Господа Чайтаньи. Полностью, понимаете? Что индийцы более возвышенной категории, да, они полная моя вада. Я говорю со всей ответственностью вам. Я могу привести вам много цитат, несколько я уже привел. Понимаете? Вы можете спросить более возвышенных вайшнавов, если не верите. Но ложная теория – это кастовость, кастовость. Кастовости не должно быть у нас. О, у меня гуру из Индии, у тебя из Австралии. Что такое вообще? Понимаете? Никогда не должно. Вайшнава аппарат. Никогда не должно быть такого мышления. Нужно беречься этого. Очень серьезно. Так что это... Ну а как насчет фактора кармы? Фактор кармы стирается путем фактора святого имени. Нама Абас. Кармы нет. Если стирается. Стирается. Факт. Да, но в этом тоже проявляется карма. Какая карма проявляется? Нама Абас, кармы нет. Все. Горгавинда Махарадж очень четко. Судда Нама Баджана книга. Здесь показывает, что западные саньясы часто падают, превращаются в сахаджи. Нет, индийские саньяси тоже часто падают и тоже часто превращаются в сахаджи, тоже жизнь показывает. Смотря какая жизнь, я имею в виду, насколько вы ее знаете, эту жизнь. Насколько я знаю. Ну да, можно знать, можно не знать. А в Руде тоже, что у нас в Индии не падают. Он не говорил у нас в Индии, он говорил у нас в Гаудивиданта Самите. Да, так. Он не говорил у нас в Индии. Гурдев никогда не говорил Индия, не Индия. Индусы, так. Он не говорил. Индусы, говорю, Гурдев никогда не говорил.
Прабхупад никогда не говорил индусы, не индусы. Гурудев никогда не говорил индусы, не индусы. Он говорил у нас в Гауди Веданта Самите. В Гауди Веданта Самите пошло на запад. Махарадж сказал индус. Сказал, что которые западные приходят сюда, они уют для этого уюта. Но хотят, чтобы жить одна. А индусы все равно. О, ну это немножко другое. Я понимаю, о чем вы говорите. Бенгальцы, которые живут общинно, деревнями и так далее, это одно. Это совершенно другой уровень. Мы сейчас говорим не о... Тогда я одну еще пример. Я здесь не люблю. Мне сказали, там я готовить кухню. А. Что Махарадж, знаешь, какой песню поют? Тот, который оскорбил Шринивасу оскорбил. Чапал Гопал. Вот если там я, Шринивас такой. Он этот степень, которую он поклоняется, сначала в Индии, потом Запад. А это? Я не совсем понял. Песня. Ага. Перевод. Ага. Переводе сказано. Да, сказано, вам, что вам да, сначала я поклоняюсь этому в Индию. Не, он говорит так. Индийский. Сперва я поклоняюсь всем вайшнавам Навадвипадхамы. Да. Потом Вриндаванадхамы Навадвипадхамы. Значит так, чтобы не врать, да. Смотрите, как он говорит. Прежде всего я простираюсь у стоп всех вайшнавов Вриндавана, возношу им хвалу. Я простираюсь у стоп всех спутников Махапрабху в Нилачале, возношу им хвалу. Я молюсь о том, чтобы развить любовную привязанность к лотосным стопам всех преданных Махапрабху в Навадвипе. Я склоняюсь к стопам всех преданных Махапрабху в Гаудадеше, Бенгалии, возношу им хвалу. Воздев руки всем преданным Гауранге, в какой бы стране они ни жили. Вот это означает, прежде всего, смотрите, что... Три дхамы, Навадвипа, Вриндаван и Пури, являются сердцем учения Махапрабху. И к тому времени основная часть вайшнавов, вайшнава сарвабхаума, которые наиболее веский вклад внесли в движение сампрадаи, они были сосредоточены в этих трех вкладах, в этих трех дхамах. Это было очень давно, может быть, 17 век. Все было сосредоточено в этих трех местах. Потом движение Шри Чайтани пошло дальше, из Гаудадеши, из земли Господа Чайтани, из Бенгалии, оно пошло в разные направления. Вот и все. Здесь не ведется речь о том, кто главнее, кто не главнее. Здесь ведется речь о том, насколько важны эти три дхамы. И дальше это движение распространяется дальше. Здесь речь идет о трех дхамах. Здесь не идет речь о твоем происхождении. Просто движение распространялось на Раттам, Шринивас, Шьямананда. Они пошли в Манипур, они пошли в Орису, они пошли в те восточные провинции. Там движение закреплялось. Вот. Поэтому с точки зрения развития миссии это было уже потом. Поэтому, разумеется, если мы будем прославлять всех вайшнавов, конечно, мы начнем с них. А не с Америки, допустим, что Прабхупада... Я это понимаю, Махарадж. Ну, здесь, знаешь, есть один тонкий Махарадж, который живут там, они воспитанные. Воспитанные. Много есть там воспитанные, это не просто... Краби просто. А западные, это у них нет. У них было раньше. У них было в огромном количестве жизни, иначе почему бы они вновь пришли в сознание Кришны после ЛСД и всего прочего? Какие-то оскорбления они совершили, поэтому родились в западных странах? Это в семьях? Ну, тогда есть разница. Есть разница, ну, если, исторически. Если оба чистые предметы, то, конечно, нет разницы. А если нет, значит есть. Я и так думаю, не знаю, Мы цитируем, понимаете, абсолютное видение. Мы цитируем видение
Шилы Тривикрама Махараджа в данном случае, да? Как ты можешь говорить западное, не западное? То есть вот это. Это другое. Я так думаю, да. Что это другое, которое он ставит. Случай может быть другой. Но принцип, понимаете, что? Почему движение сознания Кришны международное? Понятно. Международное означает преданные не должны. Не что, знаете, что я хотел сказать? Преданные не должны отождествлять себя по расовому, кастовому, национальному признаку. Разумеется, тот пример, который вы говорили, кто-то сказал, да, первый, значит... Ну, джайва-дарма это объясняет, как вот один приехал, и этому принимайте как сатру мусульмана. Чандка, внук Чанда, кажется. И там все объясняет. Это понятно, что это уже чистый преданный вид, да? Но это уже понятно, там все объяснено, этот момент. Все, если помните, там очень долго говорили, да, Вайшнавдаса, по этому поводу. Ну, все равно разница есть. Как разница в чем? Разница западными индусами. Арибаба. В чем? Ну, я же сказал. Первый это воспитание. И их, в общем, крови вообще-то. Я еще раз хочу повторить. Смотрите. Шрила Прахлад Махарадж свое учение. Випрат двишат гунаята даравинданаба, падаравиндавимукачва пачамбариштам, маниета тарпита манова ченевти тарта, прана пунати сакулам на тубури мана. Если Вайшнав, даже семьи собакоеда, но он полностью, полностью предан, вот, он своими качествами даже более возвышенный, чем брахман, у которого нет преданности. Вот. Поэтому самое главное это вайшнавата. Вайшнавата. Вайшнавата берется из саду санги. Садху он может быть даже Махабхагаватой, да, который не рожден в Индии. Возможно. Это понятно. Это понятно. Вот. Поэтому о чем вы говорите? То есть, наверное, о промежуточных стадиях каких-то. Махарадж, знаю. Трудно. Сейчас меня объяснять. Из Китая Будда говорит, в Китай придут, ну последние. Китайцы придут последними, но очень мощно, да? Мощно и воспитанные. И воспитанные. Это намекает. Вот там то, что я хочу говорить, тонкость вот именно там. Воспитанные. Китайцы воспитанные? Да. Ну да. И правда, они воспитанные, я тоже так думаю. Да, кроме вегетарианства, конечно. Вот, но понимаете, что мы говорим сейчас о внешних вещах. Я не знаю, почему так долго мы говорим о внешних вещах. Вот, потому что мы не можем относиться к саду, да, если мы говорим о гуру-татве, да, по внешним признакам. Випра, ньяси, шудра, неважно кто он, брахман, саньяси или шудра. Тот, кто знает Кришна-татву, тот гуру. Вопрос, кто знает Кришна-татву. Если он знает Кришна-татву, не смотри, бенгалец он или не бенгалец. Он знает Кришна-татву. Остальное кастовое мышление, национальное мышление. Ну это же тоже не по-моему, мы договорились уже. Нет. Мне кажется, мы нашли много общих точек. Пусть там так и останется. Окей, спасибо вам. Сегодня у нас 17 компьютеров. Если еще у кого-то есть вопросы. Так. Смотрю, есть ли вопросы. Окей, если вопросов нет, тогда мы встретимся завтра в 18 часов. Хари Кришна, спасибо вам.
Нитай Гор Преманандея, Шри Джагадананда Пандит Ки Джай, Шри Према Виварта.